Сегодня мы в Албене. Это главный въезд. Сюда можно проехать только через шлагбаум. Платный заезд. И сразу же красивая дорога. Буду дальше идти снимать ее. Красивые деревья цветущие. Очень красивый ландшафтный дизайн здесь. А там стадион. Машина проехала. Там стадион. И играют вот, футбол. При въезде с правой стороны стадион. Ну, а мы идем туда дальше. Да, машину мы оставили, не заезжая сюда, а перед поворотом возле заправки. Да, вот тут вот игроки. Это стадион аквапарк, но он сейчас еще не работает. Рядом конная база. Сейчас чуть-чуть ближе подойду. Вон видно лошадки. Сейчас как же показать. Деревья мешают. Покажу. Вот там беленькую лошадь видно. Там дальше. Вот две лошадки. Вот. На выгуле. Такой у них тоже тут манежик. А напротив аквапарк. Мы сейчас будем идти прямо. Зиночки здесь стоят. Такие интересные стрижки. Когда-то на этом поле стояла сцена, и наша Дотя здесь пела. Она у нас вокалистка. Отсюда мы свернули налево. Тут новая дорога. Сейчас посмотрим, что здесь. Там вот отели. Еще одна площадка спортивная, что я ее не помню. Отсюда мы идем прямо, но там трасса. Мы повернем сейчас направо. Идем по окраине. Дошли до интересного места. Там что-то такое каменное сооружение. Здесь вот так все выстрижено. И отель. Называется Фламинго Гранд. Вот фламинго и много цветов. Такая клумба цветная. И
что-то они фламируют. Ну, мы идем дальше. В Албании очень много стриженных таких вот вещей красивых. Взрослые кустарники. И очень умело они тут красиво это все стригут. Очень нравится. Такой ландшафтный дизайн. По всей видимости, парк. Лестница наверх идет. И мы идем дальше. Это отель. Тоже фламинго. Оказывается, продолжение того отеля. Шли мы до перекрестка. Тут лестница. А наверху. А, наверху там эскалатор. И туда. Да, он сейчас закрыт. Чехлом накрыли его. А вообще теперь можно там на эскалаторе подниматься наверх. Там тоже отели. А здесь большая стоянка. Большая стоянка. И мы выходим вот уже к морю. То есть мы прошли тыльной стороной. Как бы на центральную улицу. Сейчас будет тут тоже красиво. И все, небо. Самолет к этому кругу. Тоже цветочки везде. И там уже людей много. Один из свежих отелей здесь, в Албани, Maritim. Очень. Тоже здесь ухоженная территория. Все красиво стрижено. Сам отель красивый. Вот. Сейчас покажу. Вот такой резной. И это их территория. Кусты разрослись. Здорово все смотрится, уже везде цветочки посажены. Вот такие вот клумбочки. Здесь тоже все уже высадили. Красиво, когда стриженный газон, такие насаждения с края, здорово смотрится. Сегодня хорошая погода, солнышко, потеплело. Отсюда мы вышли к морю, здесь очень широкая пляжная полоса. Там уже группа людей уже загорает. Неделю где-то холодно было. Сейчас немножко распогодилось. Кафешки уже готовы встречать. Спортом тут занимаются летом. Волейбол, футбол. Вот это отель, пляж. Это тут что-то на Пасху будет. Празднование, скорее всего. Отель Калиакра. Фигурки тут интересные. Детская площадка.
И уже начинают зонтики выставлять. Только потеплело, и все. Скоро люди приедут. Отель Калиакра. Вот там их территория. И все. И тут. И это их пляж. Там библиотека. Можно взять книжки и почитать. Не заполнены. Они вдоль побережья везде стоят такие душики. Это очень хорошо. Не везде есть они. В Болгарии. Еще один отель. Сейчас посмотрим, как он называется. Арабелла Бич. Тут даже вот такой вот есть. Вот такой широкий пляж. Сейчас очень хорошо видно, потому что зонтиков еще нету. Не везде они. И тут пирсы. Один старый пирс, а другой новый. Старый пока не разбирают, так он и остался. Но это уже окраина Албены. Там дальше есть еще кафешки. Мы туда обычно не ходим, очень редко. И дорога на Балчик. Там на горе вот еще поселение такое. Домики. Вот, так что мы уже дошли до конца. Такое море все в конце. Кафешка еще не работает. Сейчас еще попробуем зайти на пирс. Ну, правда, через песок, не знаю. Вообще сегодня день такой. Можно лежать, загорать. Вот так называемая окраина Албены. Это старый пирс с этой стороны. Хорошее спокойное море. А отсюда видно деревушку. Напишу название. Немножко забыла, как она называется. А дальше там Балчик и мыс Калиакра. Вот это вот все длинное такое узкое побережье. Это мыс Калиакра. Там ветряки стоят. Очень красивое место. Мы там были неоднократно. Вот. Вот тут вот так вот люди приходят. Пожалуй, закончу сегодня видео. Посмотрим на море. Шикарно. Уже хочется, конечно, купаться, плавать, но пока еще прохладно. Такой был поход в Албену. Вот так. Такой день сегодня чудесный. Всем пока. Болгарский колорит. Вот мы летим с другой стороны, и там уже бассейны работают, наполняются бочки, и люди в кафе уже сидят. То есть он раньше, видимо, начал работать. Так. Современные отели по-современному работают. Более мобильные.